Я рад, что у нас именно в России пройдет финал Кубка мира. Я думаю, что это хорошо. Это для, именно для развития лыжных гонок очень хорошо, для зрителей хорошо, для болельщиков приехать. У вас есть возможность. Сейчас с курсами рубля и евро, я думаю, тяжело выехать в Европу, а сюда выехать проще и посмотреть вживую. Так что всех приглашаю на финал Кубка мира.